Весенние хлопоты. Хозяйства республики активно включились в посевную кампанию. Темпы весеннего сева превысили прошлогодние показатели. По данным на 15 мая, яровые, зерновые и зернобобовые культуры посеяли на 107 тысячах гектаров. Это около половины от запланированного. В прошлом году в это же время было засеяно 104 тысячи гектаров. В Урнарском, Чебоксарском и Яльчикском районах посеяно 1050 гектаров кукурузы на зерно. Картофеля в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах в этом году посадили на 600 гектаров больше, чем в прошлом.